все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области пасмурно, пройдет небольшой снег, днем -3, -5, ночью 2-4 градуса ниже 0. Ветер южный, юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, днем -2 в темное время суток, 3 градуса ниже 0, юго-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо и снег, днем -3 и ночью 3 с минусом, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, в дневное время -4, ночью -3 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 86%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.